Из всего матча запомнились только два момента, которые могли повлиять на его исход. И оба раза в центре внимания оказывался бразильский форвард Алании Пауло Эмилио. Сперва Ашветия точным пасом вывел нападающего один на один с голкипером Зила Астаховым, заменившим в перерыве Новосадова. Но удар пришелся во вратаря. А спустя три минуты в похожей ситуации Эмилио, уложив голкипера, послал мяч над перекладиной.